Никит, можешь поднять немножко микрофон, чтобы тебе удобно было посмотреть. Здравствуйте, меня зовут Никита Бондаренко, Даниил Хармс, Кошки. Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул: «Эй, вы кошки, пойдемте-ка со мной, пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой». «Нет», — сказали кошки, — «останемся мы тут». Уселись на дорожке и дальше не идут.